На базе молодежного центра «Мост» в ноябре 2013 года был создан проект под названием «Открытая школа волонтеров». Открытая школа волонтеров создана, чтобы помочь молодым людям сформировать вообще общее понятие о том, что такое волонтерская деятельность, кто такой волонтер. У нас проходят коммуникативные тренинги, которые помогают молодым людям раскрепощаться, открываться, больше успевать, больше делать, ставить свои цели и достигать именно свои цели, как в делах, так и в личной жизни. 6 февраля в рамках этого проекта состоялся тренинг «Самопрезентация и публичные выступления», провел который руководитель подросткового клуба «Орленок» и любительского объединения «Юнкера» Алексей Титов, недавно вернувшийся с регионального форума «Зимняя Ладога», где он прошел курсы ораторского искусства и лидерства. Для того, чтобы донести что-то до зрителя. Почти недельный тренинг, 4 дня мы работали активно, 5-й день подведения итогов. В конце этого форума проводились выборы этого форума регионального, где я стал депутатом этого форума «Зимняя Ладога». Там у нас с нами работали хорошие тренера, в том числе международного класса уровня, например, Иван Сорокин. Он киевский спикер, входит в топ-10 по странам СНГ ораторов. Вот он с нами занимался в течение 4 дней. Собственно, вот этот опыт я и буду сегодня передавать. Сюда могут приходить ребята, имеющие активную жизненную позицию, те, кому близок главный волонтерский принцип: хочешь почувствовать себя человеком, помоги другому. Все полученные навыки, все теоретические навыки ребята обязательно воплощают на практике. То есть это организация или участие в каких-то мероприятиях, акциях. А вот акции в Сланцах какие проходили вы при участии? Я даже, наверное, расскажу больше, наверное, о мероприятии. У нас проходил семинар, тренинг «Работа с детьми с инвалидностью». И после этого семинара-тренинга мы поехали в центр «Мечта» и устроили новогоднее представление для маленьких деток. Также было проведено несколько утренников, то есть ребята учатся выступать, ребята учатся контактировать с другими людьми. То есть это все очень интересно, они становятся единой командой буквально за пару месяцев.